Друзья, всем привет! С вами Артем и компания Сфера Кар. Я для вас подготовил сегодня очередную подборку с джипами и кроссоверами. И сегодня мы разберем некие интересные автомобили, которые продаются на нашем рынке с левым рулем, и посмотрим, просчитаем выгоду, насколько выгоднее взять все-таки правый руль. Погнали! Итак, начнем с вами с автомобиля, который к себе не требует какой-то излишней рекламы, а именно Toyota Land Cruiser 200. На внутренний рынок Японии выпускаются автомобили только с объемом 4,6 бензиновый. Вот. И что хотелось бы сказать. На аукционе можно этот автомобиль купить. Ну, давайте посмотрим на вот этом примере. Белый цвет, 30 тысяч пробег, пятерка оценка, 2019 год. Вот такой красавец, у него здесь мелкие замечания есть. Оценка кузова А, оценка салона Б. И по стоимости он выходит ориентировочно в 3 миллиона 700 тысяч рублей. Давайте еще один вариант посмотрим. Уже люкатый вариант. По цветовой гамме, как правило, они черные, белые. Ну, редкий раз попадаются какие-то цветные варианты. 15 тысяч пробег, четверка оценка, 19 год, стоимость 3800. Интересный момент. Я специально зашел на Авто.ру, на Авито, и посмотрел, какой старт цен на бензиновые модели. Самый старт. Так, это у нас Авто.ру. Вот, пожалуйста, 6,5 миллионов рублей. 7 миллионов. 7300, 7500. На мой взгляд... Я думаю, то, что с какой бы стороны ни был руль, здесь выгода, она максимально очевидна. А давайте зайдем на Авито, также посмотрим. Ну, здесь также старт цен 7 миллионов рублей. То есть максимально выгодно взять правый руль, сэкономить 3 миллиона рублей и ездить, наслаждаться комфортом на самом надежном японском автомобиле. Друзья, и один из самых популярных вариантов от Lexus, это Lexus RX300. Почему популярный? Потому что по этим автомобилям звонят очень много людей с запросом приобрести этот автомобиль. Почему? Потому что новые технологии, потому что автомобиль динамичный и вместительный. И едете в нем, ну, грубо говоря, с кайфом. 2 литра, 238 лошадиных сил, передний привод. Также можно приобрести данный автомобиль на полном приводе. Еще в их линейке есть варианты с двигателем 2GR и гибридной установкой. 3,5 объем. На мой взгляд, это самая крутая связка. Так, но мы сейчас говорим о бензине в 2 литрах. 4,5 оценка, 31 тысяча, версия L, комплектация. По стоимости 2 миллиона 480 тысяч рублей. Вот за такого черного красавца на коричневом салоне и белых сиденьях. Дальше у нас вариант F-Sport, но у него пробег 165 тысяч, оценка 3,5, но здесь вы платите за комплектацию. Так, стоимость этого красавчика 2 миллиона 690 тысяч рублей. Красные сиденья, вот вам, пожалуйста, вот вам и F-Sport. Так, по RX-ам разобрались, давайте пойдем дальше. Далее у нас Honda CR-V в кузове RV1. О чем это нам говорит? О том, что автомобиль на переднем приводе. Турбовый мотор, здесь стоит L15B на 190 лошадиных сил. А? Представляете эту динамику? Взрыв, взрыв эмоций. Также есть полноприводные варианты, есть двухлитровые на гибридной установке, 135 киловатт и 145 лошадиных сил. ЛФБ двигатель, но об этом немножечко позже. Так, 38 тысяч пробег, 4,5 оценка. Вот такой шикарный кроссовер. Крутой салон, ничего не скажешь, Honda молодцы. Довольно-таки вместительный. Мы делали обзор на этот автомобиль, можете посмотреть. И не то, что можете, обязательно зайдите и посмотрите, кто еще не видел. Так, стоимость 1 миллион 500 тысяч рублей. И еще один вариант, тоже черный цвет, 4,5 оценка, 26 тысяч пробег. Может здесь, ну здесь в принципе те же самые фотографии, вот вам салон немножечко покрупней. Стоимость этого варианта 1,5 миллиона. То же самое, пожалуйста. Вот один вариант, вот второй вариант.
Немножечко только отличия по пробегу, ну и по замечаниям по кузову. Крутая тачка, если у вас большая семья, ну как большая, 4 человека, хватит вполне этого автомобиля, погрузили сапы, доски, еще что угодно, мангал, все, поехали с комфортом, с динамикой. И сзади никто вашу спинку сидений пинать не будет, потому что места там достаточно. Так, друзья, давайте угадывайте, самый популярный король кроссоверов от Toyota. 5, 4, 3, 2, все, не успели. Кто-то успел, кто-то угадал, наверное. Toyota Harrier в кузове MXUA80. 2 литра. Передний привод, также есть версии на полном приводе, есть версии гибридные с двигателем A25A, который ставился на Crown'ы, на Camry и остальные модели, то есть об этом мы также немножечко позже поговорим. 2020 год, 4 оценка, 18 тысяч пробег, цена этого красавчика, посмотрите, какая оптика, а? Как он выглядит, а вы вживую его видели? Очень красивый автомобиль. Цена 2 миллиона 480 тысяч рублей. И еще один вариант вам на заправочку 2021 года. 15 тысяч пробег, 4,5 оценка. Так, цена 2 миллиона 425 тысяч рублей. За 2021-2020 год это очень крутая цена. Естественно, если это будет гибрид, если это будет также свежий год, а за гибрид это что? Это технологии, то вы заплатите немножечко больше. Но эта тачка стоит своих денег. Так, ну что, друзья, а вот и подошла очередь Subaru, а именно Subaru Forester. Я не фанат Subaru, но откровенно и честно скажу, мне этот автомобиль понравился именно в этом кузове. Потому что японцы изменили внешний вид, некие изменения внесли в салон, поэтому тачка стала намного круче. У них есть варианты с двигателем 2,5 бензин и есть 2-литровый гибридный. Но гибрид, скажем так, система старт-стоп по большей части. Как минимум будет странно выглядеть, когда вы едете по холмам, куда-нибудь в лес, на рыбалку, на RX-е. И этот автомобиль именно для тех людей, кто любит активный образ жизни. Вот. Давайте разберемся по ценам, сколько стоит этот вариант. 2019 год, у него 95 тысяч пробег, 4 оценка, стоимость этого варианта 1,5 миллиона рублей. Вот такой красавчик. Довольно-таки вместительный и надежный. И не забываем про полный привод от Subaru. И еще один вариант. Еще один. Такой же серебристый цвет. Так, стоимость 1 миллион 560 тысяч рублей. Тачка топ за свои деньги. А вот вам кроссовер. Кроссовер от Nissan. Грубо говоря, это промежуточная модель между Жуком и X-Trail. Nissan Kicks имеет клиренс 17 см, у него 82 лошадиных силы и 95 кВт мощность электроустановки. Так, интересная модель, интересна тем, что она чуть больше, чем Жук, то есть пространство для задних пассажиров немножечко больше. В соответствии с этим им будет ездить что? Комфортнее, правильно. Внешний вид, ну, довольно-таки симпатичный вариант. И не забывайте о том, что здесь система E-Power. Знаменитая система от Nissan. Последовательный гибрид. В соответствии с этим вы получите уйму динамики. И минимальный расход. И надежность агрегатов, потому что там стоит одноступенчатый редуктор. 4,5 оценка, 30 тысяч пробег, 21 год, свежачок. Так, цена. 1 миллион 400 тысяч рублей. И еще один вариант. Вот вам, пожалуйста. Тут рыженький салон. Кому-то очень понравится. Я не сомневаюсь. Кнопочка пропилот. Вот, пожалуйста. Все новейшие технологии в этом автомобиле присутствуют. 23 тысячи пробег, 4 оценка и цена 1 миллион 450 тысяч рублей. За маленький, крутой, динамичный и надежный кроссовер эта цена великолепно.
Поэтому, друзья, несмотря на год, несмотря на то, что этот автомобиль непроходной, ждать не стоит, стоит покупать. Друзья, это была только первая часть. Поэтому, что бы там ни было, град, дождь, смерч, наводнение, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить вторую часть. Контакты в описании, ссылочка на WhatsApp здесь. А я поехал домой. Пока.